Здравствуйте, дорогие друзья! И в этом видео я вам покажу и расскажу, каким образом я буду пересаживать Эводию Даниэля. Вот такой прекрасный саженец у меня вырос. Ну, не один, у меня их выросло два всего. Точнее, третий маленький, еще он растет. Пока еще дома под лампами. Ну, вот это я сюда пересажен в феврале месяце. Вот с февраля месяца, сегодня у нас 12 мая, вот выросла вот такая вот красивая Эводия Даниэля. И в этом году я решил использовать вот такие вот пакеты. И так как пока я не планирую пересаживать ее на постоянное место, то решил взять побольше грунта. Вот такой 24,5 литра пакет я буду использовать для пересадки. Ну что ж, а сейчас давайте приступим. Ну что ж, давайте начнем. Эводия Даниэля у меня росла вот в таких вот больших пакетах, объем 1,2 литра. Сейчас мы вместе с вами посмотрим, какая корневая система развилась у Эводии Даниэля. Аккуратненько. Вот такая вот корневая система. Аккуратненько перемещаем. Сейчас надо как-нибудь так взять, чтобы не повредить листья. Вот и добавляем грунт. Грунт у меня с агроперлитом. Воздухопроницаемый, влагоудерживающий. На этом пересадка Эводии Даниэля завершена. Вот такая получается красота. Я воткнул колышек, подвяжу, чтобы сильно не болталось. И вот в таком пакете она дальше продолжит свой рост. Будет радовать вас своим темпами роста и развития. Надеюсь, что она вырастет. Места корневой системе сейчас предостаточно. И она покажет, посмотрим вместе, какие результаты будут за сезон вегетации 2021 года. Ну что ж, на этом все. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До встречи в новых видео. Пока!